Две недели тому назад мы сообщали о том, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации завершена проверка деятельности кремлевской коммерческой фирмы «Ален», занимавшейся, кроме всего прочего, продажей видеоизображения российского президента. Впрочем, об этом в официальном документе за подписью Валентина Степанкова не говорится. Тем не менее, в Кремле, получив результаты прокурорской проверки, решили зачем-то их сразу засекретить. Но оказалось, что генеральный прокурор Степанков отправил копии документов в Президиум Верховного Совета России, а также народному депутату Аксютису в ответ на его депутатский запрос. Виктор Аксютис предоставил нам этот документ. И мы обнаружили примерно то, что и ожидали. Заработанные фирмой «Ален» деньги шли вовсе не на реставрацию московского Кремля, как было предусмотрено соответствующим указом президента России, а на счета Главного управления охраны Российской Федерации. Кстати, сотрудники фирмы Кузнецов и Сергеева являлись штатными сотрудниками управления охраны и, занимаясь коммерческой деятельностью, нарушали еще один указ президента о борьбе с коррупцией в системе государственной службы. Все эти интереснейшие подробности Валентин Степанков сообщил лично Борису Ельцину. Меры приняты, фирма «Ален» больше не существует. А у нас на память осталась пленка, проданная фирмой «Ален» нашей программе весной прошлого года. Мы за нее заплатили, а вам показываем бесплатно. А до завершения истории, связанной с бывшей дачей Леонида Ильича Брежнева в пригороде Кисловодска, еще, видимо, очень и очень далеко. В марте 91 года дача была арендована фирмой «Асмарал». А в сентябре 92 года представители Главного управления охраны Российской Федерации совершили ее вооруженный захват с последующим выселением законного арендатора. Первое полноценное рассмотрение дела в суде состоялось лишь на прошлой неделе. Ставропольский краевой суд рассмотрел жалобу СП «Асмарал» о незаконности отказа городским судом Кисловодска в рассмотрении исковых заявлений фирмы. Жалоба удовлетворена. Позиция СП «Асмарал» признана правомерной. Дело передается к производству в Кисловодский городской суд. А на даче по-прежнему незваные гости. Герой перестройки и нашей программы Артем Атальянц назначен советником президента Армении по международным экономическим связям. Я думаю, что выбор пал на меня не случайно, так как президент Армении Левон Тар-Петросян был узником матросской тишины, а я был узником Лефортова. И, может быть, если бы я сидел с ним в одной тюрьме, то, может быть, тогда бы я был сейчас уже вице-президентом или премьер-министром, а не советником. Но если говорить серьезно, то я думаю, что выбор пал на меня, потому что я являюсь разработчиком экономической программы, которая подходит для экономики Армении и в этой трудной ситуации может оказать существенное влияние на стабилизацию экономики Армении через создание Международного инвестиционного банка на территории Западной Европы или Соединенных Штатов Америки. Ожидаемого штурма ОМОНом здания по Сретенскому бульвару не произошло. Бизнес-центр продолжает работать. Продолжает работать и прокуратура России, запугивая работников совместного предприятия. 24 февраля председателя совета директоров господина Украинского на допрос в прокуратуру доставили с милиции, хотя он ранее никаких официальных повесток не получал. Мы продолжаем следить за развитием этой ситуации. В продолжение нашей акции помощи людям. 3 месяца назад мы рассказывали о Татьяне Филипповне Иоаннушкиной, которая нуждалась в вашей помощи. Теперь у Татьяны Филипповны все в порядке. Она ждет весны, чтобы выходить на прогулки в новой инвалидной коляске. Витя Кипаренко, которому требуется срочное лечение за рубежом, на днях возвращается из Лондона. К сожалению, операция пока не состоялась. Подробности через неделю. В квартире Климовицких, которая пострадала от пожара, продолжается ремонт. Сейчас идет работа по восстановлению стен и потолка. После различных заявлений спикера парламента России в Новосибирске мы провели социологический опрос в Москве. Тему определил сам Хасбулатов. Кто, на ваш взгляд, проводит антинародную политику? Президент и правительство? Верховный совет и его председатель? Или средства массовой информации? 29,4% винит во всем президентскую команду. 10% с лишним антинародную политику видит в средствах массовой информации. Лидирует в опросе сам обвинитель, Хасбулатов и Верховный совет.
41,7%. 18% опрошенных не определили своих позиций. Напомним, что этот опрос проводился только в Москве. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 215-93-65. Я повторяю наш номер телефона. 215-93-65. Здравствуйте, в студии Дмитрий Полютбюров. Сегодня 26 февраля, Масленица. Послезавтра прощенное воскресенье, а сегодня новости. Прекращен выпуск рублевых купюр. Прощай, наш дорогой рупь. Ты был верный товарищ, простите. Инфляция подточила твое здоровье. Мы никогда тебя не забудем. Новости армии. Армия США разрешила служить сексуальным мужчинством. А в нашей армии на некоторых станциях слежения разрешили служить доблестным женщинам. Ой, Кать, следи, спутник, следи за ним, давай! Новости милиции. Господин Ерин сказал, что он не может обеспечить милицию России не только оружием, но и одеждой. Ну, прямо совсем одеть нечего. Ну, в чем же я пойду на свидание с мафией? Эх, застрелиться. А теперь легкая шутка. В одно ухо влетело, в другое вылетело. На фоне голодной страны нашего премьер-министра почему-то волнует вопрос правого рулевого управления. А может быть, на самом деле его замучила ностальгия по рулевому? Соотношение власти и прессы было темой подмосковного совещания представителей власти и прессы. Ой, что это? Нет. Филя! Боже мой, Филя, зачем ты пришел? Бога ради, простите, он меня так любит. Я продолжаю. В то время, как милиции нечем стрелять, в городе Делин-Толкучки были задержаны наши туристы, сбывавшие отечественное стрелковое оружие. Мужик, тебе нужен хороший Макаров, а, мужик? Ой... Бога ради, извините меня и моего Филю. У него сегодня день рождения, он разнервничался. Майна или Вира, я не знаю. Ну, Вира или Майна, ну, вверх, ай! Извините, всего 2 минуты, а сколько неприятностей. А я с ним каждый день. О погоде. Здравеньки, Болы. В ближайшее время особенно холодно будет на Украине, так как Россия отказалась поставлять туда природный газ. Сегодня всех политиков заинтересовало вдруг телевидение. Интересно, мы рассказываем о коррупции в госаппарате, и вдруг представители госаппарата обвиняют нас, телевидение Останкино, в коррупции. Мы представляем слово на телевидении людям самых разных политических взглядов, и нас теперь собираются контролировать какие-то комиссии. Ну и пусть. Вы помните, как в прошлом году телевидение атаковали коммунисты? В этом до него добрались демократы, или те, кто называется демократами. В основном всех этих политиков – импотентов, которые ничего не могут изменить в нашей стране, телевидение и сделало известными политиками. Хорошо говорили и говорят. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Сегодня мы предлагаем вам репортаж нашего корреспондента из Приднестровья. В Приднестровье вот уже полгода не воюет. В Приднестровской земле стрелянных гильз и осколков от снарядов, пожалуй, больше, чем камней. Год назад здесь было все усыпано яблоками, но урожай не убирали, некому. Была война. А как будет в этом году? Удастся ли сохранить мир, достигнутый так, слишком дорогой ценой? А
Приднестровье многие сегодня говорят, как о последнем выходе России к Балканам. Пока еще до сих пор не появилось никакого политического решения по левому берегу. Верховный Совет Молдовы практически парализован между усобицами по поводу готовящегося референдума. Тем более, что есть у кого поучиться. Россия подает пример бескомпромиссной политической борьбы президента и парламента. Часть президиума Молдовы продолжает отстаивать навязчивую идею о воссоединении с Румынией. Политическую судьбу региона решают все, кому не лень, кроме самих приднестровцев. Четыре государства – Украина, Молдова, Россия и почему-то Румыния – пытаются определить статус левобережья. Привлечение к переговорам Румынии выглядит, по крайней мере, смешно и глупо. Об этом говорят, это понимают простые люди. Но у политиков своя дипломатия и свои инструменты давления друг на друга. А пока происходят чудовищные, порой необъяснимые вещи. В приднестровском городе Бендеры двое власти, две милиции, точнее милиция и полиция, две комендатуры. В общем, все структуры парные. В отличие от других регионов, где лилась кровь, жизнь в Приднестровье после войны не остановилась. В магазинах есть еда. Правда, иногда бывают перебои с хлебом и молоком. А в остальном, как везде. И люди здесь, уставшие, но, к счастью, не озлобившиеся. О войне напоминают только разрушенные дома, военные на дорогах, да комендантский час. В приднестровском селе Михайловка живут практически одни молдаване. Жители этого села не хотят уезжать из Приднестровья. Да их никто и не гонит отсюда. Митрофан Васильев сторожил. Ему 82 года. Не поверишь, что 82. За спиной Великое Отечественное, ранения, награды. В общем, яркая, необыкновенная жизнь старика. Бывшего тракториста, а теперь лучшего сельского винодела. Кстати, дед Митрофан потому и такой молодой, что пьет чистое виноградное вино. У нас принимают всех на свете и с большим уважением над каждым человеком. Наш народ очень интересный в Приднестровье. А да. Вот война была, и неужели вы продолжали выращивать виноград? Безусловно. Да? Ну а что же делать, понимаешь, он у меня погиб. Я за виноградом, это моя душа. Я 45 лет проработал бригадиром, сам инженер тракторной бригады. Да что вы? С 35-х годов до 87-го года. Твой герой труда? Тебе надо много, понимаешь. Вам все равно, кто здесь живут? Молдаване, русские? Безусловно, безусловно, безусловно. Это все как братья. С этой войной, конечно, народ был уже совсем врасплох. Это не дай бог нам попасть под румынами, и нам хана. А как вы думаете, вот политики, что они сейчас за люди? Ельцин, там вот Снегур, Кравчук, что это за люди? Что это какое-то новое поколение. Вы понимаете, что за Ельцина? Я за Ельцина еще на его имени, понимаешь, нехороший, понимаешь, это слово против его. Или когда он сказал, что убираем членство армии, я 3 пачки сигарет до утра скурил. Да конечно. Что вы? Я не мог дожить. Я знал, что это уже будет беда, это будет обратный конфликт, это будет война. Но вы переживали, то есть, так сильно, да? Исключительно. Россия. Надежда все-таки на нее. Поэтому здесь так пристально следят за тем, что делает Ельцин. Следят за каждым перемещением доблестной 14-й армии. Армия стала такой притчей во языцах. Политика, она должна, всякая разумная политика, базироваться на силе. Такой, можно иметь любой длинный язык, быть медоточивым и сладкоречивым, если за тобой ничего нет, и быстренько уберут в сторону. Не надо болтать языком, а всегда уметь объяснить взорвавшимся ребятам быстренько и в короткие сроки, что они взорвались, что они неправы. Понял, что неправ, понял. Я глубоко уважаю американцев за то, что в любой точке земного шара где-то кто-то американского гражданина захватили, похитили, не дай бог убили, туда летят самолеты, плывут авианосцы, это совершенно правильно. Человек должен чувствовать за собой, за своей спиной державу. Поэтому никакое вот это все, мягко выражаясь, вахлюжинство, оно добро не приведет. Тут надо сначала остановить всех, а потом разговаривать. А то тут дерутся по нарастающей, а там кто-то где-то сидит очень далеко от этих мест и совершенно не соображает, что той динамикой, которая здесь происходит, там пытается о чем-то договориться. При всем том, что произошло в державе, при всем том, что произошло в армии, армия, тем не менее,
на сегодняшний день осталось наиболее жизнестойким, наиболее чистым, наиболее сильным институтом государства. Как бы это кому бы ни хотелось. Все рухнуло, армия уцелела. И она сейчас так набирает потихонечку массу, ее надо уважать. Когда в 88 году начался Карабах, все думали или делали вид, что это какая-то зловещая ошибка, драка, которая рано или поздно закончится. Не закончилась. До сих пор. В 89-м началось в Абхазии. В 89-м вроде бы и успокоились. Думали, больше не начнется. В 92-м война опять продолжилась. В Приднестровье. Можно ли поставить точку? На самом деле страшно. Страшно сглазить. Всего в нескольких километрах от Бендер уже совсем другая жизнь. Приднестровское село Варница. Здесь нет двоевластия, здесь молдавский государственный флаг, молдавская полиция. Здесь тоже воевали и тоже есть погибшие. Но почему-то здесь нельзя снимать. И по какому-то странному, непонятному соглашению журналисты сюда могут приезжать только с представителями Молдовы. Кто разрешил? Хромов. Хромов, комендант города разрешил. Точно. А где разрешение? На что разрешение? Разрешение пока. На съемки на улице? На улице и на улице. Здесь снимать. Закройте. Только камеру руками не надо трогать. Спокойно, камеру руками не надо. Все спокойно, да. Что ты за это здесь? Руками камеру не надо трогать. Все, побери камеру. После, когда сидел вино, выжимки. Остается прям выжимки. Вот выжимки накладываешь, и последний, понимаешь, есть у меня круг такой специально, диск. Гайка, ручки вот такие. Жмешь, и она стекает, все, выжимаешь. А вот через эту трубочку, да? Да? А я почему-то думал раньше, что вот ногами месяц виноград. Ой, боже мой! Еще бы этого дела не стало. Кольцо. О, пожалуйста. Это да. У вас есть название вот вином? Вы свое название не даете? Зайбель. Так. И белый. Белый, да? Костель. Костель. Да. Это дамский вино белый. То есть оно полегче, наверное, да? Ну, конечно, деликатный. А это вкусный. Я, когда болею желудком, я лечусь, понимаете, вином. И сколько будешь пить, вряд ли не будет. Но перепивать тоже же нельзя. Ведь бывают хулянки. Но надо умеренно, понимаете, потому что он тоже перевалит. Водка сразу действует, а это он немножко потом. А вот говорят, чем больше стоит, тем больше градусов. Ну, я говорю, до 40 дней. Все. Больше он не добавит и не убавит. А, понятно, понятно. Вот такое дело. А в магазине лучше вино или это лучше? Что в магазине, что в магазине. Ну, вот, знаете, сразу попробуйте. Ну, очень холодный. Прелесть. Мы не стремимся обольщаться, понимаешь, а принимать человека. Добро делать человеку. Сделал добро, жди его. А зло сделал, только зло и получишь. Так судьба в природе говорится так. Как вы думаете, больше-то злых людей или добрых? А? Как вы думаете, больше злых людей или добрых? Сейчас народ избавлен, испорчен. Все врасплох, в особом мы, Приднестровье, мы еще не знаем, чем это кончится. А добрых людей, верных людей, честных людей надо помогать и выращивать их в жизнь. Ибо иначе жизни другой нет, а на другой нет. Сегодня мы пьем чай с Сергеем Шахраем. На вашем месте сидел здесь недавно Сергей Шойгу, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям России. И он высказал такую мысль, что в любом национальном конфликте всегда можно найти виноватого, конкретно виноватого политика, которого и можно винить. Вы согласны с этим или нет? Я считаю, что до тех пор, пока не будут привлечены к ответственности инициаторы и организаторы национальных конфликтов, а такие люди действительно конкретно есть,
ни один национальный конфликт решен быть не может. Он просто будет опять отодвигаться, будет демонстрироваться беспомощность власти, беспомощность закона. И здесь я с Шойгу Сергеем совершенно согласен. А что же мешает это сделать? Я думаю, мы выходим с вами на тему вообще силы государства, потому что от силы государства зависит сила его законов. Боязнь сделать шаг, за которым последуют события, неконтролируемые, допустим, прокуратура, ведь было. Пробовали, арестовывали, выдавали ордера, потом прятали голову в песок, арестовать не смогли, национальное движение опять развивались. То есть это какая-то общее проявление общей слабости государства, я бы так выразился, неуверенности. Армию зашельмовали, органы то ли в оппозиции, то ли тоже права человека. Я считаю, что главное право человека – это право на жизнь, право на справедливость, и государство должно ему это обеспечивать вне зависимости от национальности. И тогда национальная политика будет результативной. Вы сказали о национальной политике. Госкомнац – это в основном вы. У вас ни аппарата нету, ни здания своего не существует. Ну ладно, ничего нету, но политика-то национальная существует? Ну, вообще-то любая политика начинается с головы. А поскольку у этого комитета есть моя голова, я надеюсь, что и национальная политика у России не только появится, ведь есть концепции, есть законы, есть постановления Верховного Совета, нужны практически конкретные действия. И я хочу, как председатель этого комитета, такую работу наладить, а поскольку Политбюро, доведенное до уровня кухни, докладывает нашим зрителям, как работает, я думаю, вы вернетесь через некоторое время и скажете. Просто Шахрай тут пустые слова говорил, или он наладил работу комитета. Я юрист, но специалист по вопросам федерализма, то есть по вопросам национальной политики, национального вопроса и, самое главное, государственной формы решения этих проблем. Я писал по Югославии, по Чехословакии, по Союзу, учил больше 10 лет студентов этому и имею практический навык работы, поэтому, в общем-то, соединилась юриспруденция с проблемами национальной тематики. Ну, вообще, я вырос как с пеленок на Северном Кавказе. Проблемы депортированных татар, проблемы депортированных немцев, все народы, горские народы Кавказа. Это близкая тематика, так что, в общем-то, я на своем месте. Тем не менее, через какое время можно вот вернуться и опять пригласить вас к нам в студию на кухню, для того, чтобы мы могли более конкретно уже говорить о том, что вот вы что-то изменили в этом? Через месяц. Через месяц, да? Я, конечно, могу и сейчас заняться самоотчетом и по Северному Кавказу, и вот сегодня в Поволжье улетаю, выступал на съезде российских немцев. Давайте через месяц, чтобы была точка отсчета. Ну вот месяц, сейчас я не знаю, там каждый день, по-моему, идет за месяц, я имею в виду развитие этого конституционного кризиса, о котором сейчас все говорят, и все средства массовой информации, информационные выпуски основные тоже, в основном посвящены этим заседаниям, длинным интервью. У вас нет такого ощущения, что в этом конституционном кризисе и исполнительная, и законодательная власть приближают свой конец? Да я думаю, это очевидно даже для ребенка в нашей стране. И связка между национальной политикой и конституционным кризисом действительно очень жесткая. И тот, и другой – это вопрос сохранения целостности российского государства и его возрождения. И, в общем-то, я думаю, не надо пудрить мозги нашим зрителям, что это спорит власть законодательная и исполнительная. Речь идет о системном кризисе, идти вперед или назад вот к этой системе советов. Именно так стоит вопрос. И я думаю, здесь президент очень четко понимает, что либо он с парламентом устанавливает экономическую диктатуру, и из-за, скажем так, спора между парламентом и президентом, из этого спора надо дать власть правительству, свободу действий, и с него спросить за экономику. Либо эта экономическая диктатура будет установлена по жизни уже и без парламента, и без президента. И здесь вы правы, конечно. Поэтому президент предлагает экономическое содержание этого согласия и конструкцию. К сожалению, пока парламент уходит от ответа, видимо, надеясь войти в съезд и в этом опять мордобое, в этом клубке половить рыбку в мутной воде. А у вас нет такого ощущения, что вот власти, высокие должности развращают? Я думаю, для того, чтобы власть не надувалась в свои щеки и не превращалась в индюков, она должна иметь обратную связь. И, кстати, ни президент, ни парламент не могут лишить народа его права самому решить. А, собственно, какой власти они доверяют? И какая власть будет
проводить реформы, выводить страну из кризиса. Но я думаю, средства массовой информации — это четвертая власть, которая, может быть, одна из немногих работает сейчас. Для того и стоит, чтобы как только надул щеки какой-то политик, дать ему по ушам и поставить на место. Ну, вы согласны, что такое изменение есть? Такие трансформации есть и были всегда. Из этого нельзя делать каких-то выводов железных. Их надо просто организовывать политическую систему таким образом, чтобы отсекать эти, уменьшать, минимизировать эти негативные последствия. Мне просто жаль, что очень многие люди, которые работали когда-то, я с ними работал, они приходили к нам в студию на прямой эфир. Сейчас, так сказать, они говорят, что ну, чем ты занимаешься, тебе нужны какие-то сенсации. Ну, уйдем мы, придут коммунисты, еще хуже. А народ быдло, ничего не понимает. Ну, мне тоже жаль тех людей, которые ушли из политики в политиканство. Я думаю, что все будет нормально. Главное уйти от темы вот этой катастрофичности. Будет Россия и после референдума, будет Россия и после нас. И главное дать народу сейчас ощущение стабильности и того, что власть в состоянии руководить нормально, либо народ сам вынесет свой, как говорится, вердикт. Об этом я уже сказал. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Значит, мы где-то через месяц, может быть, немножко больше еще раз с вами встретимся. Желаем вам там, в Поволжье, решить все вопросы. У вас, получается, завтра выходной, не выходной день, а рабочий, да? А мы можем даже проехать с вашей бригадой, да? Чтобы в следующий раз и рассказать уже предметно, не просто слова. Угу. Пришло время телефонных звонков, но сначала я хотел бы обратиться к вам, к нашим телезрителям. Опять нас просят о помощи. Эта девочка, Оля Скворцова, тяжело больна. Последние полторы недели она не приходит в сознание. Срочно нужна донорская кровь. Третья группа, резус положительный. Всех, кто может помочь, ждут по этому адресу. Если вы не успеваете записать, звоните нам по контактному телефону в любое время суток. Много ваших телефонных звонков, и основные вопросы связаны именно с обвинением телевидения Останкина в коррупции. Ну, каждый человек соотносит любое обвинение или любое слово по отношению именно к себе. У нас в Политбюро вы можете посмотреть. Если коррупция – это плата за участие в программе, вот они все наши главные коррупционеры, так сказать. Коррупционеры. На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Всего доброго. Как сталь лезет в прорубь лужков. Если трубка висит в автомате на месте, со двора не угнали твои «Жигули». Если ночью тебя не раздели в подъезде, значит, ты не видал лучший город земли. Смотришь, мусор и грязь, эти слова о тебе, Москва. Вино Испании в вашем бокале.